чуть головой постреляли. Сейчас посмотрим на них. Сделаем 5 раундов. И вы потом скажете свое мнение по каждому человеку. То есть смотрим на каждое, на каждого человека по отдельности. Кто команда, тот первый номер. Ради говорили. Ты командуешь. А, ребята, подальше, пожалуйста. Еще дальше, отобьюсь. Ты командуешь. А какое у нас было задание? Камать, да? Хаджи. Он даже не знает, что задание было. Белое. Чудо, 10 секунд прошло. Дальше. Камать, да? Хорошо. Он больше попадал. При каждом ударе он дышал. В отличие от Дениса. Сейчас пока что-то там дыхание у него еще не восстановилось, в отличие от него. Руки опускал периодически. А что? Кто еще что заметил? Какие? Работал из зажатой позиции, он согнулся и с этой позиции работал. Ой, чуть не вырубил. Да. Хорошо сказал. Кто еще что видел? Он после удара просто стрелял руку, получается, вроде не зашел. Да. Одна в разных сутках. Зеленый очень много насыпал для начала, для периода начала боя. Очень много насыпал, если бы оба спортсмена работали в таком темпе, скорее всего, к концу, а желтый бы физически был бы более высок, потому что тот бы уже вымахался по времени. Хорошо. Давайте его. Кто готов? Давай. Зажимался и руки на руки спал. В четвертом поединке разбили стойку, то есть, естественно, стойка плохая, ну и очень много принимает ударов именно на себя, не блокирует, а именно принимает. Кто еще что заметил? Удары выполнял не без концентрации, не включал корпус, все было с ровной позиции, стоял ровно к оппоненту. Поэтому каждый удар, который летел, он принимал на себя. Не смещался. Стали прямо. Ну что, послушали? Да. Пойдете дальше играть мяч? Или будете справляться? Справляться. Ну, давайте я немножко от себя тоже добавлю. Вставайте в позицию. Смотри, вот по тебе видно, что ты коренастый, уже такой, может быть, жесткий бойцом. Но ты всю свою жесткость спрячешь в этот изгиб. У тебя ноги достаточно быстрые, когда ты сбил мою лодку, это было прям неожиданно даже для меня, хотя выстреливают разные спортсмены, например, в нашем клубе, но у тебя очень все это резко, очень быстро. Но за счет того, что ты просто сжался, и как бы одно и то же, и все. То есть, ну, лодки ты отличился, и как бы больше ничего. То есть просто личное пожелание, чтобы ты развивал просто больше всего. То есть какая-то должна быть связочка, и не одна. Допустим, там, два платья, там. Да, вот уровень, да, кузика, какая-нибудь там нога. Ну, чтобы не было вот это. А лично для тебя старайся пробовать. Ну, да, может, не сильно бьет. Но попробуй немножко в сторону отойти, попробуй чуть защититься, чуть больше отдать. То есть на такую, на длинное расстояние его нужно отталкиваться, потому что он, видишь, идет в клинч, ему удобно там. И просто соберитесь, вот туда, кому-то тоже уже скучно стало. Ребят, я никогда на своих тренировках, ну, никогда никого не держу. Вот реально ко мне идут просто люди, и вот нет таких, которые там родители там заставляют, там, либо там еще кто-то заставляет. Ко мне приходят только те, кто действительно что хочет понять. А я один раз предупрежу, просто потом не подойду.
Ну все. Я очень много вижу детей, вот реально маленьких детей, которые реально пришли что-то сюда получить, и взрослых, которые прям у них глаза горят. Кому скучно, но мне кажется, это не про это. Спасибо. Так что давайте, справляйтесь. А сейчас мы поменяем совершенно другую пару. Пожалуйста, возьмите пару, ту, которую вы никогда не стояли, которую вы там даже не знаете, которую страшно всего встать. Вот прям вот чтобы... Пусть он будет даже крупнее немножко, ничего страшного. Но вот попробуйте вот проработать. Вот еще раз, один командует, там, хаджима. Секунд 10 какая-то атака идет, и пытайтесь ее поменять. Не делайте одну и ту же. Ну не бывает же такого, что, например, один боец, он такой пассивный, ну просто идет. Другой там агрессивный. Там есть разные моменты. Попробуйте разные попробовать. Может, не получится, ничего страшного, вы хотя бы попробуйте. Может быть, вы мечтали, там, не знаю, хороший хакаты себе. Если там шлем есть, ну попробуйте. Если шлема нет, ну тогда там, аккуратно предупредить, чтобы будете там верхние удары бить, чтобы не повредить друг друга. Ну что-то попробуйте. Хорошо? Молодцы. Давайте. Локти не расставляй, Дарин. Локти закрой. Хаджима. Локти не расставляй, пробьют. А верхний работает? Голову работаешь? А чего? Санька, ты лучше Хайсоку все хотел делать, помнишь? Пробуй, в этом и сказали, попробуй что-то.